Алтынай Айдналиева исполняет популярную советскую песню «Катюша» на своем родном языке. Бабушка и дедушка артистки с достоинством прошли Великую Отечественную войну. Поэтому для женщины эта композиция по-настоящему особенная. Ведь песня поднимала боевой дух солдатам, которые защищали страну от фашистских захватчиков, вселяла в их сердце надежду и веру в победу. Многие наверняка знают, что эта песня, она легендарная песня. Как бы русский вариант знают практически все, но тем не менее она была переведена более чем на 40 языков. И казахский в том числе. Мне почему-то эта песня очень близка. В Самарском доме дружбы народов прошел концерт «Живи и помни». Его приурочили ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Нужно передавать молодому поколению то, чем может гордиться народ. В том числе и своими сынами, которые участвовали в Великой Отечественной войне, совершали подвиги. К сожалению, погибали. Но если мы помним о них, то они живут. На сцене для зрителей выступили казахский ансамбль танца «Мереке», инструментальный кружок дамбристов «Самары», воспитанники казахской воскресной школы «Анатоле». А совсем юные артисты показали сценический сюжет «Дети войны», постановку о том, как казахи сражались вместе с другими народами за мирное небо над головой. «Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение!» Все достижения, которые у нашей организации есть, это наши дети. То есть и мы им стараемся дать им патриотическое воспитание и, конечно же, и показать всю ту красоту, которая у нас есть в нашей культуре. Концерт прошел при поддержке Дома дружбы народов, национально-культурной автономии казахов «Акжол» и администрации Самары. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.